торгово-промышленная палата городского округа Щелково, общественное объединение предпринимателей, обеспечивающих развитие большинства сфер жизни муниципалитета, налоговое финансирование бюджета, рабочие места для жителей. В минувший четверг делегаты от более чем 50 предприятий, действующих в Щелкове, собрались на свой первый съезд в Центральном дворце культуры. Перед началом съезда с видеоэкрана в фойе Дворца культуры глава городского округа Андрей Булгаков огласил результаты финансово-экономической деятельности муниципалитета в 2020 году. Он отметил, что основу реального сектора экономики составляют химические и мебельные производства, фармацевтика. Спасибо нашим предприятиям-партнерам, которые в условиях пандемии сумели адаптироваться, сохранить рабочие места, темпы производства и объем инвестиций в основной капитал, общий размер которых составил почти 17 миллиардов рублей. Только представьте себе, это на 65% больше, чем в 2019 году. Делегаты съезда рассмотрели и утвердили основные направления деятельности организации на ближайшие 4 года. Среди них качественное взаимодействие палаты с предприятиями округа, предоставление консультативной и юридической помощи представителям бизнес-сообщества, участие в подготовке кадров и развитии системы профессиональных квалификаций. До сегодняшнего дня высшим органом управления Щелковской торгово-промышленной палаты было собрание членов, а теперь съезд. То есть это немного другая форма, она более работоспособная. Сегодня, когда мы увидели наших членов палат, которые нам доверяют, и сегодня Алексей Викторович Коршунов подтвердил, что мы, наверное, сегодня в городском округе Щелково достаточно авторитетная организация, поэтому для нас это новые горизонты, новые возможности для нашего бизнес-сообщества, которому мы оказываем всяческое содействие. Делегаты привели в соответствие с федеральным законодательством основные документы торгово-промышленной палаты. На съезде была принята новая редакция устава организации, а также внесены изменения в порядок приема в ее члены. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.